сейчас я вам покажу некоторые фотографии. Первым ректором этого университета был Василий Разумов. Не слышали про такого? Очень известный хирург российский, советский. Не слышали про Разумовского? Сейчас медицинский корпус нашего университета до сих пор называется имени Разумовского. В Москве даже, кажется, станция метро такая есть. Да, есть станция метро. Он очень много сделал для российской медицины, где он только ректором не был. И вот последний его ректорат был вот именно в нашем университете. Это вот со стороны Московской. Можете подойти и посмотреть. Построен он был архитектором немецким, Карлом Людвигом Мюфке. Никита, а заодно мог представить, что за книга у тебя в руках? Книга? Да. Это книжка, с которой я познакомился уже давно. Она мне очень нравится тем, что здесь изображены почтовые марки, почтовые открытки, которыми пользовались в те времена. И на них изображены самые такие известные саратовские места, здания. И к этим картинкам есть некоторая информация с носом, самое интересное. Книга очень такая объемная, здесь очень много интересной информации, здесь есть такие форзацы вставки. И есть еще, сейчас я вам покажу интересное, одна из самых первых карт вообще Саратова. Как вот он был устроен. Это как раз тот самый Саратов, который Петр Первый сказал, да, что надо? Вот она, Соколовая гора, и вот отсюда он рассматривал весь этот город. Мы с вами сейчас находимся